Асбест с рабочим визитом посетил заместитель начальника управления государственной жилищной инспекции Антон Щепелин. Антон Щепелин – заместитель начальника управления государственной жилищной инспекции Свердловской области. В Асбест он прибыл с рабочим визитом. В плане мероприятия были встречи с главой Асбестовского городского округа Владимиром Суслопаровым, с общественной палатой, а также с управляющими компаниями города. На совещании с последними Антон Щепелин ответил на вопросы, связанные с проблемами управляющих компаний, пояснил основные правила работы проверяющей жилищной инспекции и выслушал предложения от руководителей организаций. Как правило, организации, управляющие компании – это коммерческие организации, и на свой страх и риск осуществляют свою деятельность. Есть еще же такие способы, чтобы на собственников повоздействовать. Ну, например, долг по коммунальным платежам, долг по содержанию перед управляющей компанией жители имеют. Ну, есть же у нас способы, каким образом взыскивать его с жителей. Это и в судебном порядке, приостановление коммунальной услуги, предоставление